Просим вас рассмотреть вопрос о присвоении звания почетный гражданин города Ачинска Иванова Михаилу Михайловичу, главному механику АО «Русал Ачинск». Михаил Михайлович начал трудовую деятельность в 1971 году токарем Ачинского электроремонтного завода. Службу в армии и обучение техническими техниками 1976 года трудился в Ачинском ремонтно-строительном специализированном управлении Треста СИП «Цвет ремонт-строй», пройдя путь от слесаря до мастера участка по ремонту металлургического оборудования. В 1981 году принят на работу механиком сырьевого цеха по оборудованию цементного завода Ачинского наземного комбината. До 2010 года занимал различные руководящие должности в производственных подразделениях цементного завода «Глинозем-сервиса» Ачинского глиноземного комбината. С 2010 года в настоящее время трудится главным механиком АГК. Он имеет большой ряд изобретений и множество рационализаторских предложений. По инициативе Михаила Михайловича произведена масштабная реконструкция оборудования цементного производства, глиноземного производства.